160 юных жителей района отдохнут в Комарово. Здесь продолжает работу первая смена на летней базе детского сада номер 103. 8 корпусов, 2 из них жилые. Стадион, игровые площадки. На территории почти в 2 гектара настоящий детский город. Его обитатели – жители Выборгского от 4 до 7. Несмотря на непогоду, программа насыщенная. Мы тут делаем шопкинсов из пластилина. Это, например, расческа с глазами и ртом. Мы рисуем обычно карандашами, фломастерами, мелками. Мы ходим на музыкальное занятие, еще мы делаем зарядку на улице. Помимо развлечений, детей готовят и к школе. В течение смены, а это 38 календарных дней, с ними занимаются воспитатели и няни. Детей вывозят на экскурсии и устраивают для них праздники в лагере. Кормят 6 раз в день согласно утвержденному городом меню. Оказаться на такой даче хотят многие. Желающих очень много. И в основном это семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Среди них многодетные, опекаемые дети. Дети, где одинокие родители, отец или мать. За лето загородная дача примет 2 смены, это около 160 отдыхающих. В следующем году цифру планируют увеличить вдвое. После капитального ремонта откроется еще одна база в поселке Левашово. Стоит отметить, этим летом в Выборгском также работают 39 дежурных детских садов. Путевки в них получат больше 10,5 тысяч человек.